Праздничная молитва прозвучала сегодня рано утром в парке 50-летия Победы в Хосте. Около 2000 мусульман собрались сегодня отметить окончание месяца Рамадан. Все это время верующие мусульмане соблюдали строгий пост. Сегодня день разговения. Не кушать и не пить, а воздержать себя от страсти – это не главное, говорит. Самое главное – воздержать свой глаз, видеть плохое, слушать плохое и говорить плохое. Это самое главное вот это. Точная дата праздника стала известна только накануне вечером, после захода солнца. Новолуние в этом месяце случилось на день раньше. Это значит, что вчера, 3 июня, был последний день Рамадана. После намаза мусульмане обычно накрывают праздничный стол. В Ураза-Байрам также принято просить прощения, помогать бедным и дарить друг другу подарки.